Гребите! Увеличить темп! О, Посейдон! Я уже чую дым в воздухе! Рядом с вулканом море вскипит! Нельзя подходить близко, иначе сваримся! Это Метана? Он же спал тысячи лет! Специально ради нас может и проснуться! Всем приготовиться! Пора наказать этих гнусных предателей! Огненный дождь! Поднять щиты! Готов стрелять! Война! Готов спокойно! Удар! Быстро приближаются корабли! Больше скорости! Топим этих мерзавцев! Стреляйте по корме! Там у них масло! Вспыхнет, как верблюжье дерьмо! Набрать скорость! Выпотрошим их! Ла-ла-ла! Капитан, Помпей – важный союзник и славный полководец. Мы приплыли сюда не за тем, чтобы оскорблять его. Я тот, кто есть! И не изменюсь ради царей и цариц! Даже семью я оставил по той же самой причине. Зачем я им такой нужен? Зато я с тобой! Мы все с тобой! Алала! Теперь моя семья – это сотня храбрых молодцов! Сложно уходить от тех, кто не принимает тебя. Но это верный путь! Разве? Помпей будет у берегов Тиры, как договорились. Путь! Он идет на север. Не спеши! Там могут быть дозоры. Ты пытаешься отговорить меня от боя? Проклятье, женщина! Конечно, нет! Но я не собираюсь отдавать жизнь за римлянина, который может и сам за себя постоять. Слушай, не хочешь служить на нашей Триреме? Ты здесь своя. Мы не будем его защищать. Бомбы готовы! Будем рядом, атакуйте! Стреляем! Удар!
Убейте этих мерзавцев! Мы убьем их, даже если погибнем сами! Остался последний. Ты молодец. Быть может, ты правда сгодишься на что. Следи за языком, старик. Иначе придется укоротить его. Они тонут! Вот это был бой! Ха-ха-ха! Прекрасно! Что ж, теперь отыщем этих мерзавцев. Я не встречался с римскими полководцами лицом к лицу. А, не волнуйся, Ая. Я буду вести себя хорошо. Беспорядки в Египте, и мне помогают наемники на Триреме? В разгар войны с Цезарем это странно. Так кто же вы такие? Могли бы не помогать. Помпей Магн, Клеопатра предлагает тебе свою дружбу. То есть золото за мою благосклонность в случае победы? Так ваша царица представляет дружбу. Чей профиль на этой монете? Есть ли женщина на римских деньгах? Альянс с Клеопатрой, альянс тех, у кого есть власть. Ей нужен не союзник, ей нужен царь. Что ж, и впрямь ценная дружба. Согласен. Вскоре я отправлю свой флот в Египет. Thank you.
Эй, ты! Стой! Увидят, сразу накинутся. Ты что тут? Что ты? Thank you.
А они поедут. Это знак Меджая? Подойди. Нэп, я так слаб. Спаси меня. Я знаю все секреты Гизы. Я расскажу тебе. Донесешь меня? Я не могу идти. Боги услышали. Ты настоящий герой. Помолчи. Тише. Ты пришел в себя? Ну что, может, разграбим пару гробниц? Я помог очередному преступнику. А, совсем забыл. Ты же Меджай. Нет, я не преступник. Но зачем упускать шанс? Конечно. Что нашел на сей раз? Бандитам это явно приглянулось. Кольцо невероятно ценное. Разумеется, оно им приглянулось. Вот они и решили любой ценой его заполучить. А я? Зачем пропадать добру? Продав его, я начну новую жизнь. Да. Идем, проводишь меня домой. Ведь защищать других – это твой долг. Ты сам видишь, как здесь опасно. Ладно. Да, мой личный Меджай. Вот это да. Я думал, что вас всех давно погребли пески времени. Задержите! Что сделаю?
очень нужен. Такой сильный воин в любом деле пригодится. Расхлебывать кашу, которую ты каждый раз завариваешь? Это нам здесь не просто выжить. Бандиты дышат в затылок. Тогда продай кольцо и забыл. Почему ты не искал меня? Меня так долго держали в плену. Так, где кольцо? Тихо, спокойно. Оно у Рашиди. А это кто? Это мой брат. Он поможет найти кольцо. Ты серьезно? Ну да, да. А что? Время есть. Ха! Удача всегда на твоей стороне. Правда, оба? Тогда где мое кольцо? Наше кольцо. Да, да. Кольцо стоит 1 000 000 драхм. За него и сама Клеопатра готова отдаться. Надо найти остальных братьев. Кольцо у них. Тут повсюду бандиты. Займусь делом. Рашиди шел на юг. Должно быть, набрел на лагерь бандитов у Сфинкса. Вот глупец. Рашиди в беде. Надо спасти его из лагеря бандитов.